Друзья, здравствуйте. Это программа «Аргумент», YouTube-канал «Униан». Подписывайтесь на «Униан», ставьте лайк, шерьте это видео. Ведь сегодня у нас в гостях Роман Григорьевич Светан. Роман Григорьевич, здравствуйте. Приветствую. Роман Григорьевич, не могу не начать с вами с этого позорного парада 9 мая на Красной площади с музейными экспонатами. Сразу скажу, что удивило. Выкатили всего лишь 3 танка Т-34-85. Путин таки появился, приехал не один президент, как было анонсировано, а лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Терактов не было, анонсируемых Кремлем. Так вот, отсутствие техники на параде может говорить о реальном потенциале ВПК России сегодня? Ну, отсутствие техники как минимум говорит о том, что она вся сейчас в полях, то есть на фронте. И, в принципе, было бы нелогично показывать какую-то технику, которая сейчас россиянам катастрофически не хватает на линии фронта. Потому россияне и не пошли на этот шаг, то есть выкатили Т-34 и несколько ракет, которые в данный момент не используются. Те же С-300, те же Ярсы, они хоть и готовы к выполнению боевых задач, но их некуда применять. Они это прекрасно понимают. То есть это такая демонстрация будущего России, будущего российской армии. Это дорога назад в будущее называется. То есть показали обществу, показали себе, сами посмотрели вот то, что останется от российской армии. Один танк Т-34, который даже в переплавку толком-то не годится, кроме дула и гусениц. То есть это уже демонстрация такого бессилия и, наверное, тупика в развитии как такового. То есть они не могут сами себя обезопасить, они не могут ту же авиацию выпустить, потому что боятся ударов по авиации. То есть армия, которая не может сама себя защитить, это не армия, это просто уже сборище зеленых человечков, может быть, на железе, но не более того. Это такая, это не очень хорошая перспектива россиян, хотя с точки зрения самих россиян это, скорее всего, хорошая перспектива, так как им не надо будет тратиться и не тратить деньги на поддержание в рабочем состоянии армии. Ее у них не будет ни денег, это мы их заберем с помощью репараций. Не будет ни армии, она им просто будет не нужна. Кстати, а вот срочный созыв такого количества президентов – это попытка создать так называемый «живой щит», тем более, что приехать-то должен был только один? Ну вот как раз вот такого рода действия, причем одномоментное всех и вся, говорит о том, что это срежиссированное некоторое действие. Режиссером является, скорее всего, Си Цзиньпин. Если разложить по датам, действительно, перед парадом, когда не было 100% гарантии безопасности, еще стоял вопрос об вообще проведении парада. Ну, лидер Кыргызстана подтвердил готовность, так как ему деваться некуда. У него бедное государство полностью зависит от российских энергоносителей. И люди, киргизы, в основном работают на российских стройках, принеся хоть какую-то копейку государству. Потому лидер Кыргызстана сразу согласился. А вот то, что буквально за сутки появились лидеры всех остальных станов, а все остальные станы – это прямой ход в Китай. И, скорее всего, именно Си Цзиньпин договорился, может быть, с нашим руководством, может быть, с Соединенными Штатами, с нашим руководством, о том, что будет поддержан некоторый режим безопасности и ни одного беспилотника на Красную площадь не прилетит. Хотя они, конечно, от хлопка там чуть присели, было видно их реакция. То есть ждали ударов и не были полностью, не полностью доверяли Си Цзиньпиню. Управлял все Си, то есть за сутки он практически подтвердил, он их всех туда пригнал. Это не они сами туда поехали, их туда пригнали. Пригнал Си Цзиньпин для того, чтобы, скорее всего, решить вопрос по поставкам вооружений советских, которые имеют эти страны. А уже через 10 дней
опять вся эта толпа ОДКБшников, это же в основном лидеры ОДКБ, вся эта толпа ОДКБшников будет у Си в Цзиньпине на ковре, будет докладывать, и, скорее всего, Си просто восстановит их потери, то есть передаст китайское вооружение этим ОДКБшникам, и ОДКБшники передадут в режиме замещения советское вооружение российской армии. Вот откуда у россиян в ближайшее время появится старое советское вооружение. Но оно такое же, как у россиян сейчас. То есть появится техника советская, появятся боеприпасы. То есть вот это действие впереди. Противопоставить ему можно только усиление, очень мощное усиление санкций, вплоть до признания России страной-спонсором терроризма и наложения санкций вторичных уже на всех контактеров с Россией, включая того же Китай, того же китайцев, тех же китайцев. То есть вот до 18 числа нужно этот момент решить. Но это нашим партнерам, Соединенным Штатам, есть неделя признать Россию спонсором терроризма и не допустить вот такого движения техники, старой советской техники в России. Сейчас мы сравним вот поставки техники чуть позже США, да, который нам опять подписал новый пакет помощи. Но перед этим не могу вас с вами не обсудить подарки, грубо говоря, поздравления в кавычках России к оккупантам Украину, да, с любимым праздником Путина в ночь на 9 мая. Россия запустила 25 крылатых ракет на территорию Украины. Предыдущей ночью было 35 шахедов, и много чего летело именно на столицу. За май уже было 5 таких атак, а в апреле звучали прогнозы, что до сентября таких обстрелов не будет. Ну, конечно же, не может не радовать, что наше ПВО сбивает практически все, большая часть ракет и дронов. Но что это было? Это было своего рода победобесие перед 9 мая, запугивание, торможение контрнаступления таким образом? Или это все на внутренний рынок ориентировано? Вот смотрите, мы как бы еще можем повторить не раз просто обстреливать мирное население и все. Нет, это была просто несостоявшаяся провокация. То есть была, скорее всего, в начале мая предпринята попытка провести операцию «Купол на купол». Россияне взорвали хлопушку между камерой и аквафрешем российским на куполе российского Кремля. После этого в 2.30 3 числа была взорвана. А после этого ровно через час летела ракета «Кинжал», скорее всего, в купол Верховной Рады, и в 2.30 она была сбита над Киевом, Киевской области. То есть это была такая операция, причем она однозначно задумывалась до того, как был взорван беспилотник над куполом Кремля, потому что подготовить «Кинжал» к этому времени летчиков, летный состав, технику практически невозможно за несколько часов. Готовится несколько дней. Предполетная подготовка, предварительная подготовка, ну, естественно, маршрутизация. То есть это было звенья одной цепи. Выстрелили себе в голову, в купол этим беспилотником в 2.30 3 числа. И в 2.30 4 числа отправили «Кинжал» для того, чтобы показать. Вот купол за купол, но разница в ударе должна бы ошеломить всех и вся, и россиян в том числе. То есть вспышка над куполом Кремля и удар кинжалом по Верховной Раде, которое разнесло бы эту Верховную Раду на кирпичики. То есть вот этого добивались россияне. Но «Патриот» помешал. Пришлось им на следующий день, вот это я просто сейчас показываю хронологию, на следующий день, в следующую ночь им пришлось отправить 35 шахедов по той же Верховной Раде, по тому же правительственному кварталу, чтобы поджечь и добить, потому что у них же ответка висела за удар по своему куполу. 35 шахедов были уничтожены. Еще хуже проблема. Значит, они решают вопрос отправить определенное количество ракет. Те ракеты, которые шли, калибры, и были сбиты в Днепре, не факт, что шли по Днепру, они могли просто с юга, с Черного моря идти в Киев. И это было вечером, но и утром
пошли Х-101, Х-555, опять же по Киеву, опять же задача стояла уничтожение правительственного квартала, естественно, Верховной Рады, опять купол за купол, опять они были сбиты. То есть россияне вышли на 9 число с пулей у себя в голове, в своем куполе, со взорванным этим и неотвеченным, так сказать, действием, естественно, они будут это повторять. То есть в ближайшее время, я думаю, россияне будут пытаться как-то нанести удар по куполу Верховной Рады или по правительственному кварталу. У них осталось еще несколько механизмов этих действий. Ну, то есть они понимают, что с шахедами не получилось, хотя могут пробовать. Это очень дешевая версия. У них осталось еще примерно столько же ракет, как минимум, сколько они отправили. То есть около 20-25 ракет у них еще есть под пуском. То есть они могут очень быстро их запустить. Естественно, остались кинжалы около больше 40. Ну, в районе 40 кинжалов у них еще есть. Могут попробовать еще и кинжалом. Потому киевлянам, конечно, в этом смысле нужно быть очень осторожным. То есть в ближайшее время, я думаю, продолжатся удары по куполу Верховной Рады россиянами. Это не военная задача. Это уже задача такая понятийная, информационная. Как долго будут пытаться? Пока не попадут? Или все-таки поймут, что небо над Киевом, ну, таки закрыто? Ну, в силу того, что мы видим за эти атаки, да, как справляется наше ПВО и как справился Патриот с кинжалом, это называют историческим, да, таким событием. Мне кажется, впервые, да, по-моему, вот в такой военной истории был сбит кинжал, ну, ракета. Именно кинжал противобаллистической ракеты был, именно Патриот там был сбит впервые, то есть здесь с почином называется. Угу. Но россияне, они ж очень сложно прогнозируемый народ. Это же как бараны на новые ворота. Они уставятся и будут долбиться до второго пришествия. Потому здесь прогнозировать, когда они остановятся, когда у них кончатся ракеты или когда кончатся остатки ума, это очень сложно. Потому, я думаю, будут в каждой волне одна из ракет будет идти в сторону купола Верховной Рады и пытаться его уничтожить. Потому осталось у них вот этот ход, невыполненный ход именно по удару по куполу. Общество называется требует возмездия, то есть требует обратки. А вот обратки-то как раз и нет. Кстати, если мы говорим вот о понимании, о трезвом понимании, что, конечно, исключено практически врагом ситуации, нельзя не вспомнить заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. Он сказал, что контрнаступление, оно не будет своего рода решающей битвой, а чередой событий, главная задача которых — обнуление остатков морально-волевого духа граждан РФ. Опять-таки, что вы можете, как бы вы это прокомментировали? Процесс действительно уже запущен? Ну, это немножко не военное освещение, допустим, действий. И давайте по военными словами скажем. Задача любой армии — уничтожение армии противника. Это первая задача любой армии, которая противостоит наступающей армии. Уничтожение армии противника. А уже возврат территории, освобождение территории — следствие первой задачи. Будет уничтожена армия противника, все территории вернутся и без проблем. Потому именно над этой первой задачей будет работать украинские вооруженные силы, естественно, под управлением генералов, генштаба и с помощью наших партнеров. Уничтожение армии противника. Надо для этого движение, будет движение. Не надо будет для этого движения, не будет никакого движения, будет просто она уничтожаться. Вот то, что сейчас начало происходить, уже начало происходить несколько дней, увеличилось количество обстрелов по российской армии. Некоторые с позиций не уходят. И в районе Орехова, и Гуляйполя, и Угледара, и Бахмута в том числе. Об этом даже Пригожин начинает говорить, о том, что уходят, убегают российские воинские части. Даже еще мы двигаться не начинаем, только начали работать артиллерии. Они уже уходят. Они такой плотности огня никогда не видели. То есть вот эта задача выполняется, а дальше это будет движение уже воинских частей согласно того плана, который будет принят. Очень много планов, и один из версий развития событий будет принят и уже
уже исходя из положения на фронте, называется там, где тонко, там и рвется. То есть где-то разорвется линия фронта российская, побегут, допустим, до второй, до третьей линии обороны, а может быть и произойдет каскадное обрушение фронта российского, и в этот прорыв пойдут наши части, пойдут наши резервы. Дальше выход на оперативный простор, и опять же, в зависимости от плана того, который будет утвержден, будет развиваться ситуация. Поэтому я бы не сказал, что это такая череда каких-то действий. Нет, они уже все начались одновременно, а дальше уже будет развитие, будет согласно плана. Вопрос в направлении наступательных действий. Но они выбираются основные, несколько второстепенных, несколько отвлекающих маневров. Они все будут происходить, но то, что само действие как таковое будет совершаться без каких-то отклонений именно от уже разыгранных на штабных играх действиях, это и будет так понятно. Так и будет развиваться действие. А вот где мы, допустим, как мы продвинемся, с каким успехом, с какими для россиян потерями, это будет зависеть от уже развития обстановки на фронте. Очень сложно это спрогнозировать, потому что обстановка на фронте постоянно динамична и зависит от количества боеприпасов, от правильности принятых решений, ну и от бесстрашности воинов. Бесстрашия у нас хватает. Кстати, раз уж мы вспомнили о речи Пригожина, там было несколько интересных моментов, вот что мне, да, бросилось, так сказать, в глаза. Первое, что он очень сильно, значит, выталкивал кандидатуру Суровикина, что вот Суровикин, вот при нем все было хорошо, и вот надо, если будет Суровикин, то есть все будет, и боеприпасы будут, и дисциплина будет, значит, Суровикин наше все. А второе, он, ну, конечно, разносил Минобороны, назвал его Министерством интриг, вот что и 72-ю бригаду оккупантов вспомнил, что из-за неправильных команд, неправильного командования она таки оставила 3 квадратных километра в Бахмуте, и говорил, что он пожаловался верховному главнокомандующему, угрожал, и народными бунтами угрожал, что вот все-таки возьмут вилла, и вот из-за вас, из-за Минобороны, и пойдут вас сносить. Что это за риторика такая? Это кто-то вкладывает ему эти тексты? Чего он добивается? Вот он реально, пожалуй, с Путину, Минобороны просто надо все убрать и ставьте Суровикина, это единственное, кто может, значит, помочь в этом всем. А ваш парад, это, извините, там полное. Вот. Он даже Путина этой речью перещеголял. Ну, это игра актера, срежиссированная для выполнения некоторых задач уже в информационном поле. Суровикин, ну, он действительно генерал, который для ОПГ Пригожина за долю малую, конечно, большую часть боеприпасов отправит. Естественно, уменьшив количество норм, то есть уменьшив нормы поставок другим частям. То есть здесь как одеяло, в какую-то сторону, если перетянешь, то в другой стороне дырка образуется. То есть и здесь та же самая картина. Ну вот для ОПГ Пригожина Суровикин это одеяло натягивал. Ну а остальные части оставались, естественно, без боеприпасов и как-то пытались выжить. Для Пригожина он, конечно, плюс. Как будет реагировать на такие тирады Министерства обороны? Да никак, они его не видят. Они не видят Министерства обороны Российской Федерации, управляет армией в 2 миллиона человек по территории в 7 тысяч километров. А Пригожин топчется на квадратике в 10 километров с какой-то там недоделанной ОПГ около 5 тысяч человек. Это просто небо и земля. Потому они его просто не видят. Вот это как раз Пригожина и гложет. То есть в политическом плане он вроде как фигура, потому что рядом потоптался с президентом Путиным. А в военном плане он никто, и звать его никак, ни один генерал на него вообще никакого внимания не обратит. Ну, кроме Суровикина, еще раз повторюсь, за долю малую, скорее всего, захотел на «Мерседесе» покататься там или купить шубу жене покруче. То есть не более того, мозгов же у него нема зарабатывать. Это же все-таки военный генерал.
он привык, чтобы ему приносили. Потому Суровикин здесь просто, можно сказать, подтверждение правила. Не видят военные не людей, которые не из их круга. То есть это такая соринка, которую выдавят. Ну, если хотит он там умереть в Бахмуте, ну, ему дадут такую возможность умереть. Вот, хочет Пригожин вместе с ОПГ, Пригожин со своим ОПГ погибнуть в Бахмуте, вот военные ему эту возможность однозначно предоставят. Я больше скажу, они могут ему предоставить возможность попасть в плен в полном составе к украинским войскам. Они отойдут, когда начнется движение наших войск с флангов, просто отойдут на линию обороны, которая была до этого, в район Попасного. Ну а Пригожин-то будет топтаться в Бахмуте, куда же ему деваться. Ну а дальше мы будем увидеть уже эпопею криков, плача Ярославны из Бахмута о том, что его там бросили, позабыт, позаброшен. Может, и эту песню запеть. То есть здесь он сыграет, это актер. Кстати, а как там на самом деле в Бахмуте? Мы уже немножко затронули эту тему, ну вот в целом. Там они оставили, там, то есть какая сейчас ситуация, соотношение сил? Ну, мы поняли, что Пригожин там 5000, не больше, но есть же еще регулярная российская армия. Вот регулярной российской армии в 5-10 раз может больше там, в этом районе. Не в самом Бахмуте, а в районе Бахмута, Бахмут, Солидар, Курдюмовка, Белогоровка, то есть до Попасной, там около полусотни тысяч российских войск, а пригожинцев всего лишь 5000. Это получается 10% от всей группировки. Но если считать по уже 2-миллионной российской армии, то я уже сказал, это вообще нисколько. Потому его никто толком и не видит. Но в Бахмуте они выполняют боевые задачи, выполняют задачи наступательные. Ничего не изменилось. Как было самолета вылетов, так и осталось. Подошла техника, танки, ТОСы, тяжелые огнеметные системы работают, грады с зажигалками. Достаточное количество боеприпасов у Пригожина или не Пригожина, неважно, у российских войск. То есть они выполняют штурмовые задачи в районе Бахмута по выдавливанию украинских войск из Бахмута. Неудачно. У них этого не получается. То есть те мероприятия, которые проводят наши командиры, которые там находятся и которые руководят непосредственно обороной части Бахмута, они не позволяют россиянам выполнить свою первую задачу. Вот 9 мая никуда они не дошли, ничего не взяли, потому никто ничего на Красной площади сегодня и не доложил. Докладывать нечего. И в этом положении ситуация будет в таком тяжелом положении для нас, пока не разовьется наше наступление уже до прорыва, то есть до вот этого каскадного обрушения, о котором я говорил, до выхода где-то на 20-30 километров, пока не дойдем до третьей линии обороны, ну а дальше движение в зависимости от планов нашего генштаба. У нашего генштаба хватает профессионального мастерства. Наши генералы довольно-таки неплохие военные и командиры, ну и стратеги тем более. То есть их штаб уже работает, 10-й год штаб работает, выполняет боевые задачи, потому выполнят и эту задачу по наступательным действиям. Интересно, что в последнее время именно вот два направления, Бахмут и Авдеевка, чаще всего звучат в новостях. Но по мнению многих экспертов, вряд ли контрнаступление начнется именно в Бахмуте, ну или в Авдеевке. Считается, что Донбасс ВСУ оставят на закуску. В то же время мы видим, что коллаборанты бегут из оккупированной части Запорожской области, но в Херсонской области были мощные прилеты по россиянам, по оккупантам. То есть может ли контрнаступление начаться в двух направлениях? И можем ли мы, в принципе, предположить, откуда оно начнется, либо уже идет? Ну, наступление начнется не в двух направлениях, в трех и больше. То есть одно основное, два второстепенных и несколько отвлекающих маневров. То есть наступательные действия, по идее, должны начаться вдоль всей линии фронта. Они уже начались, они несколько дней идут. Я о них как раз и говорю. То есть наше выдвижение нашей разведки и работа артиллерии, усиленная работа артиллерии, это и есть начало наступательных действий.
И параллельно может начаться наступление по основному направлению, по второстепенным, может наоборот, может вообще по основному на закуску оставят, по второстепенным начнем. Это как раз и есть замысел Верховного Главнокомандования. Ну, точно, где оно не начнется, это на Донбасс. Дело не в закуске Донбасса. Дело в том, что Донбасс невозможно освободить фронтально. То есть его надо обходить, брать в клещи, выходить на Луганск, с Луганска чуть ли не на Таганрог, отсекать от России, потом зачищать уже оставшиеся без боеприпасов военные амуниции части, которые останутся на Донбассе. Но на Донбассе сейчас, вот в данный момент, можно проводить, и они уже проводятся, наступательные действия, это не наступление, наступательные действия по улучшению оперативной обстановки на поле боя, ну, естественно, тактическими действиями, малыми группами, малыми шагами, будем там двигаться. Там точно не разовьется наступательное, широкое наступательное действие, еще раз повторюсь, некуда развиваться. Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Шахтерск, Зугрес – это такая большая агломерация, наступать очень сложно, это высоты, это превышение над уровнем моря 300-350 метров, потому наступать вверх, грубо в горы, это я утрирую, но на возвышенности очень сложно и нереально. Будем их обходить. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. А вот мелкие наступательные действия однозначно будут в районе Бахмута, в районе Белогоровки, Авдеевки. Это очень важно. Угледара и Маринки. То есть там мы будем отбивать свои позиции. Ну, это все-таки тактические действия, плюс-минус там 5-7 километров, не больше. Ну и дальше по контрнаступлению. 8 мая стало известно, что Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29. Ранее также обещанные самолеты передала Словакия. Как эти птички повлияют на ситуацию на поле боя и помогут ли они? Ну, это около 30 самолетов. Там вопросы по эксплуатации некоторых самолетов есть. То есть они, некоторые самолеты зашли в качестве запчастей для основных типов. То есть общее количество около 30, это примерно 3 эскадрильи, можно сказать, бригада. Так вот, такое количество мы где-то потеряли самолетов в течение года. То есть это самолеты зашли на восстановление наших потерь. Это хорошее подспорье перед наступательными действиями, но оно не решает, глобально не решает тех вопросов, которые стоят перед нашими наступающими войсками. Этими самолетами невозможно соперничать с российскими самолетами уже уровня 4-2 плюса, то есть Су-30, Су-34, Су-35 на голову лучше этих МиГ-29. Ну, естественно, ими невозможно будет работать по земле, так как их просто истребители российские перещелкают. И использовать эти самолеты можно будет только при выполнении задач, может быть, зачистки или работы в движении в качестве летающих комплексов. Они работают, они могут работать и как штурмовики, сбрасывая ракеты, ну, отстреливая ракеты, неуправляемые нары, так называемые, неуправляемые авиационные ракеты. То есть в качестве штурмовиков больше их использовать практически нельзя. Можно будет их еще добавить, допустим, для выполнения задач уничтожения крылатых ракет, шахедов, ну, аэроцелей в глубине территории под прикрытием зенитно-ракетных комплексов, которые сейчас у нас уже не в достаточном количестве, но, по крайней мере, появляются. И вот в крайнем пакете помощи 1,2 млрд, которые нам сейчас будут передавать наши партнеры, американцы, там будут одним из основных идти ракеты и комплексы «Хоук». То есть те комплексы, которые очень хорошо себя показывают, пусть они с не 95%, то есть до «Насамса» мы им далеко, но тем не менее две ракеты практически с такой же вероятностью уничтожают одну аэроцель. И довольно-таки неплохо они могут использоваться и в глубине страны, и на поле боя. Они довольно-таки мобильные и могут использоваться для прикрытия наших наступающих войск. Ну и вот вишенкой на торте уже под конец не могу не спросить о том, что Вашингтон-Пост написал о том, что Великобритания таки может нам предоставить дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии 300 километров. Можно ли говорить о том, что к Крымскому мосту стоит приготовиться?
Ну, эта вишенка на тортике уже засохла еще полгода назад. Мы об этих штормах слышим как минимум полгода. До сих пор мы их не получили. Дай бог, чтобы мы их получили. Мы их тут же сразу будем использовать. И именно вы правы. Первая цель – это Крымский мост, так как дело не в мосте, а дело в логистической цепочке снабжения Крымской, Херсонской, Запорожской группировки. 30% военной амуниции идет через Крымский мост и около 70% по сухопутному коридору. То есть убрать вот эти 30% – это уже будет большой положительный эффект для нашего наступления на Запорожье, если это будет выбрано как одно из основных или второстепенных направлений. То есть я думаю, что Storm Shadow мы сразу услышим. То есть большой удар, три-четыре ракеты – удар по Крымскому мосту поставит на нем крест, и уже надолго, если не навсегда. Ну вот советом коллаборантов удаляться сейчас, убираться из Крыма, пока он еще существует. Роман Григорьевич, спасибо вам большое за то, что уделили нам время. Роман Светан, программа «Аргумент», YouTube-канал «Униан». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и звоночек нажимайте, чтобы знать, когда выйдет новое интервью. Роман Григорьевич, всего доброго, тихой ночи нам всем. Спасибо.